«Вперед в светлое будущее». Сегодня состоялся выпускной бал студентов колледжа культуры и искусства. В торжественном зале Дворца книги более 100 юных талантов получили дипломы. Директор учебного заведения Наталья Аринина гордится своими подопечными и с легким сердцем отпускает их в новую жизнь. Надеемся, что их жизненный путь сложится наилучшим образом. Многие из них уже трудоустроены, намерены в ближайшее время трудоустроиться. Кто-то выбирает свой путь в дальнейшем обучении в высших учебных заведениях. В любом случае, мы всегда будем рады их любому успеху. 133 диплома, 54 из них красные. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с двумя звездочками храма искусств. Молодые дарования искренне благодарят своих наставников за бесценные знания, заботу и любовь. Мне очень понравилось учиться в нашем колледже. Я всем советую в него поступать. Преподаватели шикарные люди, просто профессионалы своего дела. Спасибо вам большое, наши любимые преподаватели. Мы ценим то, что вы нам дали, вот эти знания, которые вы нам преподнесли. Все это осталось. 4 года продуктивной учебы позади. Настала пора отпраздновать профессиональные победы. Юные художники, музыканты и дизайнеры получили заветные документы и сфотографировались на память. Их выпускной завершился импровизированным салютом. 5, 4, 3, 2, 1! Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ.